Так, сюда внимание. Перед вами находится дерево олень. Я расскажу вам про это следующую историю. Был здесь такой же детский лагерь давным-давно, и был в нем мальчик, у которого ничего не получалось. В общем, был этакий лузер. Его все обзывали: да ты олень, да ты олень, да ты олень. Вот он и превратился в конце концов в оленя. Вот зайдите с другой стороны, и вы увидите, что там нет мозгов. Вернись, лесной олень, по моему хотению. Умчи меня, олень, в свою страну оленью, где сосны рвутся в небо, где быль живет и небыль. Умчи меня туда, лесной олень.